боли во влагалище при беременности. В период беременности женщина может ощущать боли в области влагалища, в поясничной области, внизу живота. Боли во влагалище при беременности могут быть естественными, могут быть патологического характера. Поговорим о естественных влагалищных болях при беременности. Если влагалище при беременности болит не сильно, а ощущения имеют больше колющий характер, который сопровождается появлением сухости в области внешних половых органов, то бояться нечего, ничего страшного в этом случае не происходит. Такая реакция является нормальным физиологическим процессом, вызванным глобальной гормональной перестройкой организма, а также самим развитием беременности. Где-то к середине срока беременности почти все женщины чувствуют влагалищную боль, вызванную ростом матки. Поскольку размеры матки стремительно увеличиваются, давление на влагалище и промежность вызывает неудобства и боль внизу живота. Связки, с помощью которых держится матка, растягиваясь, причиняют довольно сильную и резкую боль. Однако эти дискомфортные ощущения непродолжительны. При нормальном течении беременности они быстро прекращаются без дополнительных вмешательств. Непосредственно перед родами женщина также ощущает влагалищные боли. В этот момент матка готовится к родоразрешению, что сопровождается раскрытием шейки матки, а это может быть достаточно болезненным процессом. Растущая матка при беременности также оказывает давление на органы малого таза, в частности на кишечник. Давление на прямую кишку также может вызвать болевые ощущения. Не исключено, что неприятные ощущения могут возникать и на психологической почве, ведь предстоящие роды и страх за будущего ребенка влияет на эмоциональное состояние беременной. Исходя из вышеперечисленного, вопрос, почему же болит влагалище при беременности, не может и не должен остаться без ответа. Необходимо незамедлительно проконсультироваться с лечащим врачом, который поможет разобраться в причинах происходящего и в случае необходимости назначит правильное лечение. Диагностика по типу боли у беременных. Колющие боли во влагалище. Ощущение покалывания в зоне влагалища возникает из-за процесса изменения размеров матки. В этом случае мышцы, которые находятся в мышечном слое матки, начинают удлиняться. И подобные метаморфозы приводят к болям внизу живота. Женщины могут также чувствовать колющие боли при чихании, при кашле. Если покалывание не сильное и не частое, то беспокоиться не о чем. Это нормальный процесс. В норме такие покалывания продолжаются не более 1-1,5 часов. Возникновение колющих болей в тазовой зоне может быть результатом сбоев в работе кишечника или вследствие запора. В этом случае нужно незамедлительно пересмотреть свой рацион питания, исключить из него продукты, вызывающие либо скопление газов, либо запор. После 37 недель беременности появление колющих болей во влагалище могут быть связаны с подготовкой матки к родам. Но если колющим, а чаще тянущим болям во влагалище у беременной добавляются кровяные выделения, нужно незамедлительно проконсультироваться с гинекологом. Подобные симптомы свидетельствуют о том, что матка находится в гипертонусе. Причину такого состояния важно своевременно выявить и назначить адекватное лечение. Тянущие боли во влагалище. Чувство тянущей боли свидетельствует о развитии воспалительного процесса. При слабой интенсивности ощущений и нетипичных схватках
При отсутствии выделений гинеколог может назначить спазмолитики для местного облегчения состояния. Такое лечение будет способствовать исчезновению дискомфорта, но увлекаться подобными методами не стоит. Если тянущие боли имеют нарастающий, схваткообразный характер, нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение. Подобная рекомендация касается любого срока беременности, поскольку только в этом случае женщина, ее будущий ребенок не будут находиться в зоне риска. Режущие и стреляющие боли во влагалище. Если боль во влагалище слабая, быстро проходящая, то ее возникновение обусловлено нормальными процессами изменений при беременности. Растущая матка и увеличение мышечного слоя вызывает так называемые рези. Это нормальный процесс, который не должен вызывать тревогу. Но режущие боли могут возникать при воспалении мочевого пузыря. В этом случае важно своевременно обследоваться и пройти назначенный курс лечения. Врачи рекомендуют беременным, у которых появились рези во влагалище, не паниковать, а определить следующие факторы: интенсивность боли, продолжительность болевого ощущения, периодичность болезненного состояния. Кроме определения характера боли, нужно проанализировать сопутствующие симптомы, то есть наличие кровянистых выделений. Если появились кровяные выделения, то велика опасность для сохранения беременности, и нужно срочно обратиться к врачу. Женщины при беременности по-разному описывают характер испытываемых им болей. У одних боли имеют колющий характер, у других – стреляющий и прочие нюансы. Главное, что нужно сделать, это успокоиться, посетить женскую консультацию, побеседовать с лечащим врачом и выяснить причину боли. Возможно, вам не о чем беспокоиться. Но, тем не менее, терпеть влагалищные боли нельзя. Самолечение недопустимо, оно может нанести вред. Доверьтесь своему врачу, только специалист поставит правильный диагноз и назначит безвредное и эффективное лечение. Причинами патологических болей во влагалище могут быть инфекция в мочеполовой системе, сильные ноющие боли, сопровождающиеся обильными выделениями с неприятным запахом и нестерпимым зудом в области внешних половых органов, могут свидетельствовать о развивающемся воспалении мочеполовой системы. Причиной возникновения подобного заболевания может быть элементарная инфекция. Самыми часто встречающимися видами инфекции подобного плана являются кандидоз и неспецифическая инфекция, стрептококки, стафилококки и другие. Развитие в организме беременной инфекции требует немедленного вмешательства гинеколога для диагностики заболевания с целью назначения адекватного лечения. Зачастую врач-гинеколог назначает общее обследование влагалищного мазка для изучения микрофлоры, а в некоторых случаях требуется забор материала для бактериального посева. Вторая причина патологических болей во влагалище у беременных – это воспалительный процесс непосредственно во влагалище шейки матки и матки. Если у женщины боли в области влагалища при беременности, в процессе или после полового контакта, чаще всего это означает, что слизистые поверхности половых органов поражены возбудителями и находятся в стадии активного воспалительного процесса.
Подобная реакция может быть спровоцирована бактериальной инфекцией или заболеваниями, передающимися половым путем, либо вирусными инфекциями, такими как герпетическая инфекция. В качестве частного случая, достаточно редкого, развитие бактериальной инфекции может быть спровоцировано возникновением дисбактериоза кишечника при беременности. При этом у беременной женщины возникает так называемый колит. При любом воспалении гинеколог обязательно назначает женщине мазок из влагалища, забор из уретры и из канала шейки матки, также бактериальный посев, ПЦР-диагностику и другие анализы по показаниям. Для определения причины и установления точного диагноза проводится комплексное обследование, а затем назначается план лечения беременной. Для беременной подбирают индивидуальный набор медикаментов, который будет максимально безопасным для ее здоровья и здоровья малыша. Третья причина боли во влагалище при беременности – это внематочная беременность. Диагностировать внематочную беременность довольно сложно в связи с тем, что ее симптомы полностью совпадают с нормальной беременностью. То есть женщина жалуется на утреннюю тошноту, у нее увеличивается грудь, молочные железы болезненны и реагируют на прикосновение, также может кружиться голова. Однако на определенном этапе развития внематочной беременности женщина начинает чувствовать постоянно усиливающиеся боли во влагалище, неприятные тянущие боли внизу живота, в поясничной области, появляются кровяные выделения, не очень обильные. С подобной симптоматикой, чем раньше женщина посетит гинеколога, тем меньше риск тяжелых осложнений. Если у беременной сильно болит влагалище и началось кровотечение, необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение. При появлении болевых ощущений во влагалище, при беременности, необходимо обратиться к лечащему акушеру-гинекологу либо к специалистам нашего центра для выявления причин болей и адекватного лечения.